Российская школа самбо против всего мира. Традиционный турнир «Мемориал Юрия Потапова» завершился в приморской столице. Самые крупные международные соревнования по самбо на Дальнем Востоке прошли в юбилейный 20-й раз. В этом году в кампусе ДВФУ собрались самые сильные борцы из 15 стран мира. Такой возрастающий интерес иностранцев к нашей русской борьбе оказался не случайен. В то время, как начали меняться правила в дзюдо, много очень начало запрещений, там убрали кока и... У нас в Германии многие дзюдоисты перешли на самбо, потому что самбо вид разнообразнее. Многие дзюдоисты перешли к нам, заинтересовались этим видом спорта. На двух коврах и в течение двух дней боролись порядка 150 спортсменов, всего 9 весовых категорий. Россиян ожидаемо на турнире оказалось большинство – 134 человека. Разрыв в несколько часовых поясов не испугал никого. Во Владивосток приехали самбисты со всех уголков страны. Что касается хозяев соревнований, то приморцы своих наставников результатами порадовали. Ребята показали себя положительно. Есть призовые места, есть даже выполнение норматива мастера спорта международного класса. Это Вицина Юлия. Она заняла второе место из-за травмы. В финале не получилось бороться. Но по результату она все равно выполнила норматив. Наша команда, я считаю, что выступила хорошо, достойно. И могу сказать, что у нас команда такая сплоченная, то что... Каждый член команды, он поддерживает в трудные ситуации, он все время болеет за тебя. Или когда нужно принести чай, он бегает за чаем, разминает тебя. Однако оказалось, что за иностранным самбо следить куда интереснее. Многие спортсмены и болельщики были впечатлены финалом у мужчин в весе до 90 килограммов. Там встречались приморский боец Андрей Шевцов и Хельге Молт из Германии. 34-летний немец собирался уже заканчивать карьеру, но все-таки решился приехать на турнир. Как оказалось, не прогадал. Буквально задавил молодого россиянина своим опытом. Очень понравилось бороться с Андреем. Он действительно очень сильный спортсмен. Я очень счастлив, что все-таки выиграл. Мне кажется, в самом начале боя он допустил небольшую ошибку, а я воспользовался своим многолетним опытом. Однако, кто знает, в другой раз я бы, возможно, проиграл. Победители и призеры турнира получили медали, дипломы и специальные награды. Мемориал Юрия Потапова в очередной раз доказал, что борьба с самбо может собирать на соревнованиях огромное количество спортсменов и болельщиков со всего мира. Это значит, что, возможно, уже совсем скоро этот вид спорта все-таки примут в олимпийскую семью. Максим Яковлев, Игорь Болтов, новости спорта на Восьмом.